Президент Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Международного валютного фонда Украину ждет банкротство. В частности, глава государства пишет, что Украина пытается изменить международное восприятие и перестать быть жертвой, хотя до сих пор не смогла отойти от сырьевой экономики. Зависит от внешних рынков, а длительные реформы ставят ее перед очередным потенциальным экономическим кризисом. Мне приятно видеть, что наши международные партнеры МВФ, Всемирный банк и другие готовы помочь нам в проведении реформ, в которых срочно нуждается наша страна, а также в представлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузится Украину в нищету, отметил президент. При этом Зеленский добавил, что восстановление после банкротства будет долгим и трудным. Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей. И потому мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка, резюмировал он.